Здравствуйте, приветствую всех подписчиков и гостей моего видеоканала. Ну что, наконец-то руки у меня дошли до одной нити. Вяжу ее для себя. Поэтому крючок и количество петель наборных, все это согласно моим параметрам, моим размерам. Я вам выложила материал из двух изданий, то, что я нашла. Там схемы, в принципе, одинаковые, они чуть-чуть незначительно отличаются друг от друга. Отличаются вот в конце и начале ряда. В одной схеме набирается 2 петли и 1 кромочная, а в другой схеме набирается 4. То есть разница в двух схемах идет в 4 петлях. Набирать мы будем поверху первый ряд наборный и от него вязать вниз нашу кайму. Когда кайма будет связана, опять из этого же верхнего наборного ряда мы снова будем набирать петли и вязать вверх основным узором. Я вяжу, еще раз повторяю, для себя. Размеры мои. Я вяжу из пряжи троицкой пчелка. 100% акрил. Опять же, очень выгодный, экономный материал, потому что метраж выгодный. 500 метров в 100 граммах. Вот я здесь не нашла, смотрела. Но, может быть, скорее всего, крючок номер 2. Ниточка, потому что, видите сами, очень тоненькая. Я вяжу крючком. Здесь стерлось 3,5. Итак, приступаем к вывязыванию нашей каймы. Делаем набор, вяжем цепочку из 126 воздушных петель. Я забыла сказать, что мы вяжем 2 половинки, а потом по бокам их сшиваем. Ну вот, мы набрали цепочку из 126 воздушных петель. Вот. И начинаем вывязывать первый ряд. Раппорт состоит из 12 воздушных петель. Здесь в моем случае у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 раппортов. Объем моей красоты. Итак, переходим на первый ряд. 3 воздушные петли подъема для перехода на следующий ряд. 1, 2, 3. Отсчитываем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И в 5-ю воздушную петлю провязываем первый столбик с одним накидом. Так вяжем 4 столбика с одним накидом. Один уже провязали. Второй. Третий. Четвертый. Вот. Дальше вяжем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Отсчитываем снизу 4 воздушные петли в наборном ряде. 1, 2, 3, 4. И в 5-ю воздушную петлю провязываем столбик без накида. Опять 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Снизу отсчитываем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И в 4-ю воздушную петлю
провязываем столбик с одним накидом. Раз столбик с одним накидом. Два столбик с одним накидом. Три столбик с одним накидом. И 4. Вот что у нас получается. Снова повторяем. 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Снизу отсчитываем. 1, 2, 3, 4. В пятую воздушную петлю провязываем столбик без накида. Опять 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Снизу отсчитываем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И в четвертую провязываем столбик с одним накидом. Провязываем 4 столбика с одним накидом. Вот такие у нас повторяющиеся рапорты. Ввязываются в первом ряду. Закончили первый ряд. 4 столбика с накидом узора и конечный 5 столбик с одним накидом. Переходим на следующий второй ряд. 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Поворачиваем работу. В каждый столбик с накидом предыдущего ряда провязываем столбик с одним накидом. 1, 2. Четыре. Дальше 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида предыдущего ряда провязываем столбик без накида. Опять 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Снова 4 столбика с одним накидом в столбике с накидом предыдущего ряда. 1, 2, 3, 4. Вот что у нас в итоге получается. Заканчиваем второй ряд. Провязали последние 4 столбика с одним накидом. И вяжем столбик с накидом кромочный. Можем просто завести крючок под
кромочную предыдущего ряда и провязать столбик с одним накидом. Можем сделать столбик с одним накидом в первую воздушную петлю кромочной, вот вовнутрь воздушной петли, и провязываем столбик с одним накидом. То же самое. Переходим на третий ряд. 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Разворачиваем нашу работу и вяжем столбики с накидом предыдущего ряда, столбики с одним накидом. Итак, первый столбик с одним накидом, второй столбик с одним накидом, третий столбик с одним накидом, четвертый столбик с одним накидом. Дальше 13 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Вот цепочка из 13 воздушных петель. И снова продолжаем вязать 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 4. Вот наш третий ряд. Четвертый ряд. 3 воздушные петли подъема для перехода на следующий ряд. Разворачиваем работу. Опять 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Пять воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Середина нашей цепочки. 7 воздушная петля. Отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 воздушную петлю провязываем столбик без накида. Опять 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 4.
Вот так. У нас получается в четвертом ряду. Пятый ряд. Опять 4 столбика с одним накидом. 4 воздушные петли. Раз, два, три, четыре. Столбик без накида предыдущего ряда провязываем столбик без накида. Четыре воздушные петли. Раз, два, три, четыре. И четыре столбика с одним накидом. Раз, два, три, четыре. Вот наш пятый ряд. Шестой ряд. Опять провязываем 4 столбика с одним накидом. 5 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять. В столбик без накида предыдущего ряда провязываем столбик без накида. 5 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять. И опять 4 столбика с одним накидом. Раз, два, три, четыре. Шестой ряд. Седьмой ряд. 4 столбика с одним накидом. 6 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. В столбик без накида предыдущего ряда провязываем столбик без накида. Шесть воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И опять 4 столбика с одним накидом. Раз, два, три, 4. Вот так мы связали 7 рядов. Снова провязываем 4 столбика с одним накидом. Цепочка из 23 воздушных петель. Раз, два, три, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Дальше снова вяжем следующие 4 столбика с одним накидом. Раз,
два, три, четыре. Вот девятый ряд. Закончили вязание восьмого ряда. Переходим на девятый. Одна воздушная петля подъема. Разворачиваем работу. Во второй столбик с одним накидом провязываем столбик без накида. Следующий столбик провязываем столбик без накида. В третий столбик провязываем столбик без накида. Теперь провязываем 12 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8, 9, 10, 11, 12. В цепочке предыдущего ряда из 23 воздушных петель отыскиваем середину, то есть 23 пополам 11, 12 петля будет серединой. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. В 12 петлю провязываем столбик с одним накидом, 2 воздушные петли, 1, 2, и в эту же петлю провязываем второй столбик с одним накидом. Вот видите, у нас такой как бы треугольник получается. Снова 12 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Подходим к нашим столбикам. Провязываем во второй столбик с одним накидом, провязываем столбик без накида, в третий столбик с одним накидом провязываем столбик без накида, итого 2 столбика без накида, и опять 12 воздушных петель. Находим середину, отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, и снова провязываем столбик с одним накидом, 2 воздушные петли, столбик с одним накидом. Двенадцать воздушных петель. 1, 2. Подходим к нашим 4 столбикам. Провязываем во второй столбик. Столбик без накида. И в третий столбик без накида. Вот такие элементы узора у нас получаются. Заканчиваем ряд. Провязываем 1, 2, 3,
4 столбика без накида. Разворачиваем работу. Теперь нам нужно перейти вот к этому столбику. Мы что делаем? Мы соединительной петлей, соединительным столбиком продвигаемся потихонечку. Раз. Соединительный столбик. Два. Соединительный столбик. И пришли в третий. Провязываем из него столбик без накида. Дальше вяжем 13 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Теперь под две воздушные петли вот этого треугольника предыдущего ряда вяжем один столбик с накидом. Из него вяжем пико. Три воздушные петли. Раз, два, три. В основании, в начало, вот видите, где у нас две ниточки, мы под них вытягиваем нитку и провязываем столбик без накида. Вот такая вот у нас пикушка образовалась. Вяжем под 2 петли воздушные второй столбик с одним накидом. Вяжем третий столбик с одним накидом. Из него тоже вяжем пикушку. Раз, два, три. Под 2 ниточки вытягиваем нитку основную. Столбик без накида. Вот вторая пикушка. Дальше снова под 2 воздушные петли провязываем столбик с одним накидом. И пятый столбик с одним накидом. И пятый столбик с одним накидом. Из него также провязываем пико. Раз, два, три. Под основание, под 2 нитки вытягиваем нитку. Провязываем столбик без накида. Вот что у нас получилось. Дальше опять продолжаем 13 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Эту цепочку замыкаем. Вот у нас 2 столбика без накида. Между ними провязываем между 2 столбиками провязываем столбик без накида. И опять 13 воздушных петель. Вот, что у нас в итоге должно образоваться. Вот такая кайма. На сегодня все, что мы с вами хотели сделать. Ставьте лайки, если вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал. С праздником вас, с крещением самого дорогого, здоровья.
Еще хочу сказать, что-то у меня на канале случилось с комментариями. Я не могу ответить, не уходит комментарий. Поэтому, пожалуйста, не обижайтесь. Как только исправлю, так сразу постараюсь ответить на все ваши вопросы и на все ваши поздравления, за которые спасибо. Итак, на сегодня все. Всего самого доброго. До свидания.